Чим основною групу, яку виїжджали? Там повністю квартира, там проживав, чоловіка здавали в оренду. Во время пожара он выбежал в квартиру, убежал. Когда наши отделения проехали, то пятый-четвертый этаж люди были изолированы и не могли выйти. Мы посоветовали, пока подъехали машины, находиться на балконах. В это время два подразделения наши, две машины тушило пожар на легковом автомобиле как раз. И мы туда направили 4 автомобиля, одно автолизнице. Но быстро подъехала эта часть, что на пивзаводе, загасили квартиру, вывели людей, тоже 18 человек. Ну, люди благодарили, потом появился этот молодой человек, думали, так, старший. Потом работники милиции. Ну, сработали на хорошо, даже на отлично, люди благодарили, подходили.